Здравствуйте, мои уважаемые читатели и смотрители маленьких роликов. Сейчас я продолжу этим небольшим вступлением вторую часть моего интервью, которое было сделано в Санкт-Петербурге с Анатолием Абрамовичем Шалыто. Ну, что из этого интервью следует, как бы его из первой части? Но очень простой вывод, что ничего с времен, описанных в первом и втором издании церебрального сортинга, не изменилось. Я имею в виду времена Петровского развития России, то есть когда понадобились навигаторы, когда понадобились математики, то есть базовые люди с базовыми знаниями, которые были характерны тогда для Западной Европы, чтобы освоить кораблестроение, навигацию, для того, чтобы освоить те самые возможности, которые так были востребованы в стране. То есть с навигаторскими школами, я описываю эти книжки, были отборы дворян, в первую очередь боярских детей, которые выяснилось вдруг, что они арифметику-то освоить не могут. Там дело доходило до того, что из полусотни, соискателей, которых набирались в эти самые навигаторские школы, их могли кончать единицы. То есть это катастрофа была для страны. И, собственно говоря, решила эту проблему только Екатерина, которая стала набирать массово из всех сословий для того, чтобы решить эту проблему. То есть оказалось, одаренных и талантливых людей, способных освоить передовую по тем временам науку, были единицы. Прошло 300 с лишним лет. Ну и что сейчас? Вот то, что нам рассказывал в первой части Анатолий Абрамович, ничего не изменилось. Примерно с каждого выпуска школьников, которые причем уже в школе проявили свой интерес, то есть своеобразный церебральный сортинг, так же, как времена Екатерины, к математике, к программированию, уже из этих отобранных на Олимпиады приходят единицы, а всего по стране оказывается, что существует где-то 2000 человек в год. То есть представьте себе, с масштабами школьников, речь идет о сотнях тысяч, всего 2000 человек, которые более-менее пригодны к такой деятельности. То есть сейчас процесс эволюции, который я описываю в церебральном сортинге, идет также точно семимильными шагами. И если в XVIII веке набирали в навигаторские школы, создавали условия, платили хорошие деньги, давали деревни, крепостных и развивали всяческих этих людей, чтобы они оставляли в том числе и потомство в результате. Об этом, конечно, никто не думал, но просто их вознаграждали, включая там личным, а потом и наследственным дворянством, деньгами и возможностями оставлять потомков. Также точно и в XIX веке происходили примерно такие же истории, когда понадобились инженеры более квалифицированные, наука продвинулась, началась постройка пароходов, военных кораблей на паровом ходу, паровозов, прокладка железнодорожных путей, развитие металлургии, различной другой высокотехнологичных производств, высоких технологий в производствах, тут же востребовалось, оказалось, что опять инженеров теперь нет. А создавали для инженеров эти условия. Опять давали хорошие деньги, они оставляли потомки, и все это продолжалось. Вот ровно то же самое нам с вами рассказал и Анатолий Абрамович. Дело-то в том, что оказывается, что каждый раз востребованных людей очень мало. И сегодня этот передовой отряд людей, которые отбираются по способностям мозга, не из-за того, что кому-то хочется, а потому что до зарезу нужно, потому что возникла жесточайшая международная биологическая конкуренция. Оказались математики и программисты. Конечно, в эти области идет масса людей никчемных и ненужных, но они потом уходят в гуманитарные области, из-за отсутствия способностей к тому, чем они предназначены, то есть занятия математики. Но нет ничего страшного. Всегда есть недоразвитые люди, которые с огромным культом личности и к желаниям к деньгам идут не в ту область, которой способны. Там надо идти, например, в политику, они идут в точные науки. Так бывает. Ничего страшного, и время рассудит всех. Но для нас важно другое. Для нас важно то, что вот этот самый подход к математике, к отбору
о котором рассказываю не я вам, а специалист, который десятки лет этим занимается. То есть очень квалифицированный человек. И на своем опыте показывает, что да, с уникальными мозгами, такими как для математиков и программистов, реальных, то есть способных людей, а не людей со справкой, и таких людей единицы. И мы должны не только прилагать колоссальные усилия всей страны для того, чтобы отобрать и найти этих людей, но и создавать им, конечно, условия. И конкурсы по программированию – это маленькая толика того, что на самом деле нужно делать. Ну так вот, посмотрим продолжение этого интереснейшего интервью от квалифицированного человека, можно сказать, специалиста по церебральному сортингу, но до томографического. Он еще расскажет очень много интересного. Люди не хотят идти в магистратуру. Вот как в Америке. В Америке же очень мало кто идет в магистратуру. 4 года бакалавра отучили, получили высшее образование, там можно идти в аспирантуру. У нас пока еще нельзя. То есть люди решают, они идут в промышленность работать, либо идут писать диссертацию после 4 лет. Ну, Новая Зеландия. Да, понятно. Да. И очень мало народу, который остается в магистратуре, и есть люди, которые потом приходят доучиваться. И вот уже первый год у нас сейчас, серьезный момент, люди хотят прямо идти работать. То есть у нас же даже нельзя, то есть если уехать за границу, то там в каких-то вузах можно попасть в аспирантуру. Но у нас нельзя защищать диссертацию, если ты бакалавр. Да, да, я знаю. Да. Но в хороших зарубежных вузах, в хороших, там даже наших магистров еще просят магистратуру пройти. Пересдать. Ну да, да. Еще разочек. Еще раз магистратуру. Ну вот у меня сейчас мальчик есть, выдающийся, он чемпион мира по программированию, вообще выдающийся. Нет, не про него, он как раз не пошел учиться, а вот есть все равно шикарный мальчик. И вот его взяли сначала в Ирландию, в какой-то, в Эдинбургский университет, магистратуру, хотя он просился в аспирантуру, а потом его взяли в Империал колледж в Лондоне. И опять сказали, ты хороший мальчик, и публикация у тебя есть, ну поучись-ка еще в магистратуре. Понятно? Да. А потом перед тобой откроется вот, вот весь мир. Короче говоря... И в результате мы сформировали вот этот второй или третий уровень, в котором студенты, аспиранты тоже здесь работают. Дальше у меня была цель. И я в 2008 году сформулировал инициативу «Сохранение в университетах лучших». Об этом я скажу. И в результате у нас сейчас работает тьма народу на кафедре. Тьма. Да, понятно. Тьма. Я сейчас вам покажу. Причем народ... мало пересекающиеся. Одни занимаются наукой, потому что мы в программе 5-100, у меня есть, я покажу. А есть кто наукой занимается, а есть много кто преподаванием. Так вот, посмотрите, сколько народу у нас занимается наукой, какого они возраста. Да, понятно, молодежь одна. Одна молодежь. Среди них уже 10-15 кандидатов есть, которые мы выросли. Скоро будут уже доктора, но уже не по физике, а уже по компьютер-сайенсу. То есть компьютерное вот. Программирование. Компьютерное программирование. Связано. А еще я вам расскажу. Главное достижение – это биоинформатика и системная биология. Вот здесь мы смогли это поднять. Ну, с американцами. И поэтому, вот, в общем, короче говоря, вот это соударение умов. Еще раз, студентов, аспирантов, которые должны здесь находиться. У нас, конечно, есть, которые работают, но тех проку нет никакого. То есть они пишут статьи и прочее, вот приносят нам очки как публикации, но... В общем, они должны преподавать, они должны здесь жить. Если они здесь не живут, это все чушь. Это понятно. Ну вот на Западе же никто там, кто работает в Гарварде, он же не работает еще в IBM. Он в IBM по совместительству может, он максимум не в IBM работает, может стартап иметь там где-нибудь. Понятно, но же никто же нигде-то там не работает, не прибегает, убегает. Вот сейчас у меня один мальчик вчера приехал из Австрии, что ему нужно быть здесь и там. Австрийский университет не понимает, как ему нужно быть еще где-то, когда он учится в очной аспирантуре. В Гарвардском университете разрешено работать по совместительству не больше, по-моему, не помню, 10 или 20 часов в месяц, только в библиотеках и только в столовых Гарвардского университета или там в ресторанах, чтобы недалеко было, чтобы под рукой было. Как можно 40 часов работать? Другое дело. Я отдаю отчет себе, что
работая в промышленности, они потом, конечно, могут устроиться куда угодно. Но это все равно люди без образования, они все равно не сделают никаких переворотов, понятно, ни в чем. Поэтому конечно, это абсолютно разные вещи. Ну и что? Ну вот, короче говоря, и у нас на кафедре всего два старых человека. Ну как вот за 70 лет, я и вот декан. И как раз меня в высшей школе экономики спросил дяденька, не то с военка, не то с матмеха, а как вам удается старых-то увольнять? Я говорю, у нас нет старых. Я говорю, как нет старых? А у нас декан очень умную тактику вел. Он всегда, все, кто были старые, они были все по договору. Понятно? По договору подряду, на год с ним договор, и потом расторгается. То есть не заключается заново, никаких апелляций. А у нас, говорит, большие проблемы. У нас садовничий своих приятелей не сдает. Да, да, да. А приятелям уже лет по 80. Да, да, это все известная история. Вот, и есть Ленинградский университет, в котором, на одной из кафедр, не буду говорить какой, был журнал «40 лет кафедре». И вот те, кто 40 лет назад был, и те, кто сейчас, они одни и те же люди. И других нету. Да, понятно. Ну, там другое дело, что наука информатика. Если она теоретическая машина Тьюринга, то она не меняется. А если она какая-то практическая, то это безнадежное дело. Короче говоря, когда я вижу человека в троллейбусе моего возраста, или даже моложе, который читает книжку Linux, я понимаю, что это преподаватель несчастный, который сам этого не знает. И едет учить людей, которые тоже ничего не знают. Но с другой стороны, один выдающийся ученый из Москвы, Стефанюк, мне сказал как-то, я говорю, у тебя есть толковые ребята? Не буду называть вуз московский. Он говорит, есть, но мы с ними не пересекаемся. Понятно, когда я прихожу на лекцию, они работают и так далее. А те, которые не толковые, они сидят, меня слушают. Могли бы и не слушать. Понятно. Вот, ну вот что при таком образовании может быть? Дальше вот отвечая на ваш вопрос. Ну и, короче говоря, тогда к нам поступало 50 человек. А когда стали вот эти истории с олимпиадами, да, когда поступать можно по двум направлениям, по ЕГЭ и по олимпиадам. Угу. И в позапрошлом году мы сделали дикое послабление, ошибочное. Олимпиады бывают какие? Бывают международные олимпиады, но там 4 человека от страны. Да, это понятно. Ну, и они имеют право поступления. И бывает всероссийская олимпиада. Но тоже высокий уровень. Дико высокий. Там есть победители и призеры, их тоже человек 90 на всю страну, и они тоже имеют право поступать там без экзаменов в любой вуз и все. Их, по-моему, 90 человек, понятно. И вот они все расходятся между вышкой, между нами, между, понятно, ВМК, и там сейчас Иннополис есть, Сколково есть. Ну, в общем, это считанные люди. И есть еще 8, они каждый год меняются, олимпиад Союза ректоров, которые признали, что у них высокий уровень. По информатике, еще по математике, еще почему-то. Да. То есть, если мы с вами сейчас организуем олимпиаду, то это ничего не даст. Да, понятно. Должна быть Союз ректоров, проводит экспертизу и признать, что олимпиады первого уровня и второго, есть третьего. Uh-huh. А есть какие-то, которые вообще не нумерованы и прочее. Так вот, мы позапрошлом году брали победителей и призеров даже олимпиад первого и второго уровня. И к нам пришло 176 олимпиадников, которых мы обязаны были взять. На 120 бюджетных мест мы обязаны, вот столько, сколько придет их, кто выполняет эти требования, обязаны взять, хоть умри. Ну и сколько потянуло из этих? Подожди, сейчас, не в этом дело. 176 мы приняли. Но это еще не все. Еще было сколько-то инвалидов, которых мы обязаны принять. И еще была тьма народу, тьма, с ЕГЭ. Начиная с 309 баллами. Понимаете, были 309, было 13 человек выше 300 баллов. Потому что сейчас 300 баллов, плюс 10 дают еще там за ГТО, за какие-то олимпиады не такие, понятно? А дальше 299, 298 и прочее. И мы хотели, значит, уговорить руководство вуза взять еще этих 13 человек, как объяснить родителям, что мы не берем детей больше 300 баллов у них. Сначала нам сказали да, а потом сказали нет. Только у одной девочки 309 баллами хватило нервов не отдать подлинники в другие вузы.
Потому что она же не понимает, что они же видят, что количество этих 120 бюджетных мест, олимпиадников 176 они приняли. Еще мы должны были за деньги из Белоруссии принять, но там в Беларуси хорошие дети обычно. Еще 10 человек. И нас же никто не спрашивает, хватит у вас преподавателей или не хватит, обязаны вот это. Ну и в общем в результате скандал, даже Васильева министр это узнала. Мы приняли из этих всех детей по ЕГЭ одну девочку вот эту. 309 баллов, потому что она плакала, но подлинники оставила в Литмо. Потому что наше руководство сказало, ну что мы будем еще их уговаривать, забирайте оттуда и будем еще за них сами платить. Ну вот и оказалось у нас на кафедре 200 человек. И на соседней 176 олимпиадников, больше, чем во всей стране. Ни у кого не было столько. И вот здесь напротив кафедры информационных технологий, то она чуть послабее, и там человек 200. И вот на две кафедры пришло 400 человек, которых надо учить. И на вопрос, сейчас я вам скажу, как они вместе учатся, не вместе. Дальше мы будем говорить о первых 200. Так, первое, что делается 1 сентября, для них проводят, во-первых, многих и так знают по силе. То есть, если он всероссийской олимпиады какой-то призер, и еще за ними давно следят и прочее. Или там международные олимпиады есть, к нам уже идут, там серебряные призеры. Но кроме того, с ними в первый день проводят, опять, ну типа, понятно, соревнования. И вот эти 200 человек были проранжированы на группы, чтобы учились одинаковые люди, понятно, с одинаковыми, человек там по 30 в группе, значит, 200 на 30 тоже 7 или 8 групп, а на самом деле может быть 20 чем-то. Это надо, значит, нужно иметь 10 преподавателей по каждому предмету, практические занятия проводить. Да. То есть, если бы не была вот эта идея сохранить в университетах лучших, не было вот этих бы аспирантов здесь, и всей этой молодежи толковой, чтобы она здесь не оставалась, то нам бы это не провести. В городе не найти 10 преподавателей по каждому предмету, по языку, по тому, по сему. Но это же не просто преподаватели. Здесь же ребята, особенно в этих первых группах, они же тебя просто сомнут, если ты в течение 30 секунд не дашь ответ, правильного ответа. Это я себе позволяю. Выхожу на первую лекцию и говорю, ребята, я программировать не умею. Я про другое. Потому что если я скажу что-то другое, меня же они через минуту поймут или через И будет же просто безнадега. Тут они ошалевают, что туда пришел, но потом все это мы выравниваем это дело. Вот. А там-то на практических занятиях по языку, по алгоритмам, по данным, там нельзя задержаться на секунду. Просто тебе позвонят. Вот, и я могу сказать интересную вещь. У меня брали интервью, без слайдов такое, и в конце мне задал вопрос. Ведущий. Короче, а вы знаете, что вас считают сумасшедшим? Как-то удачненько. Вот, я сказал, ну и считают, и что? Он говорит, а что, и вас это не волнует? Я говорю, абсолютно не волнует, потому что я этих людей не знаю, они меня не знают. Все определяется иначе. У нас есть два человека, вот этот Корнеев и Станкевич, на которых идут дети в основном. Ну, вообще, на всю общую славу идут. Ну и они, главное, отвечают за учебный процесс. И вот поступило к нам 176 олимпиадников. И предположим, я действительно сумасшедший. И представляете, что завтра будет в сетях, эти дети будут писать, что по кафедре ходит сумасшедший. Меня уволят не декан и ректор, а эти сразу скажут им, ну взрослые, вот Санкевич скажет, увольняйте. Вот они меня не только не увольняют, они мои друзья. Поэтому что там где говорят, чего это, ни на что не может повлиять. Пока эти дети, которые здесь учатся, не начнут писать массово в интернет, что здесь сумасшедшие, и пока эти ребята, которые сами чемпионы мира, меня терпят, мне абсолютно наплевать, что там говорят люди. Вот. Потому что у нас решают, я еще раз говорю, не начальство, а вот эти, на которые делают славу институту и так далее. Ну вот. Ну и дальше эти ребята, оказавшись здесь, дико трудно учиться. Но у нас попроще, чем в МФТИ, потому что в МФТИ несколько лет назад были статьи, массовые самоубийства были. Да, это известно. Сейчас там психологи работают. У нас тоже бывает, но у нас как-то это проще, понимаете. Там объясняли, что оказывается дети в Долгопрудном, еще не в Ленинграде, без родителей. Считаются все очень сильные, а потом оказывается в группе, что они не такие сильные. Ну, там, и начинаются психологические проблемы. У нас тоже этих проблем хватает. Но не так ярко.
Вот. Ну и если мы начинали с 50 человек, вот, это в 90-е годы, 98-й там и так далее, и заканчивало, практически все и заканчивали. То есть вот 50 поступало, и там 48-49 и заканчивало. Да, понятно. То есть сейчас заканчивает четверть. Причем мы никого специально не гоним, они сами исчезают. Учиться дико. Учиться трудно. Ну, особенно первые 4 года дико трудно учиться. Особенно первые 2-3 года. Никаких поблажек никто не делает. Понятно? Ни на что. Тем более можно хихикать, сказать, вообще, тем более они бесплатные. Понятно? У меня же про это была статья, я предлагаю социально ориентированное платное образование, считаю, по которому все должны, кроме инвалидов и прочее, платить. Вот. Но это другая песня. Причем платить они должны, а не родители. И платить из зарплаты потом, после окончания института, ну, не больше 30%, как алименты. На жить же на что-то надо, чтобы папа под столом не сунул. И вот тогда что-то может получиться. Потому что я привожу два примера в этой статье. Джобс жил в семье приемных родителей, небогатых. И учился, не помню, предположим, в Стэнфордском университете. После второго года сказал папа, мама, я ухожу. Вот почему? Потому что вам стоит дико дорого, а совершенно неизвестно, что из меня получится. И он ушел. И поэтому у нас появился iPhone и прочее. Может быть, если бы у нас было платное образование настоящее, причем дорогое, тогда бы айфоны появлялись бы свои. Тогда бы они держались за это место, они бы держались, они бы учились, они бы умирали. То есть вы предлагаете еще одну очень хорошую систему отбора, по сути дела. Но, еще раз, у нас социализм все-таки в душе. Но чтобы не родители платили, а да, дети. Да, это понятно. Вот это главная идея. Вот, и там сейчас я в этой же статье, которая, она была экспертной, эта статья называется «Так быть не должно». Огромная статья, она опубликована на сайт «Экспертный совет электронного государства». Она связана с администрацией президента. И там приводятся слова некоторой девушки, которая ушла из Стэнфордского университета, что она сказала, я что-то тоже начала работать, и я не могу себе позволить, чтобы так дорого платить, и при этом еще не ходить слушать этих профессоров. Понятно? Да, это понятно. А здесь-то черти что творится в этом смысле, понимаете? Не здесь, везде, в стране в нашей. Я же вам сказал про того ученого, что он не пересекается с толковыми людьми. Ну да. В связи с этим у меня еще такой. Сейчас я еще вопрос, не кончил. Ага. Я еще сейчас должен еще сказать эту фразу. Вот. Но сейчас вообще ситуация резко изменяется. Значит, если это воспринимается в штыки, вот это платное, мое предложение, то примерно полтора месяца назад господин Путин, встречаясь с какими-то там блогерами, ему задал вопрос кто-то про врачей, что врачей не хватает. И он сказал, вот здесь присутствует Рошаль, который мне давно говорил, что надо целевое образование, что, понятно, и человек, который целевой отучился, обязан пойти работать, если он за бесплатно. А если нет, то должны платить предприятия, а если он бросил, он должен платить. Потом оказалось, на следующий день я узнал, что распоряжение правительства уже действует по целевому. Но там же встал Рошаль и сказал, целевого образования мало, а нужно еще распределение с бюджетных, да, мест. Понятно. Там шел вопрос о врачах только. Да, да, понятно. Путин сказал, да, надо тогда, чтобы вот и распределение, если человек бесплатно учится, чтобы потом... Ходят разговоры, не знаю, но сейчас люди говорят, что это на самом деле так. Чтобы стать, например, офтальмологом или хирургом, на 3 года отработать, ну, в жизни где-то у нас, в России. Да. Но это связано, сказали, что так мало бюджетных мест, что только вот таким путем можно попасть. В общем, Путин сказал об этом. А я сказал, а я вам добавлю к этому. А те, кто не хотят целевым идти, а те, кто не хотят по распределению идти, и все остальные должны платить. Совершенно верно. Понятно. Да. И более того, я предложил, еще нужно армию сделать контрактную. И чтобы люди могли официальные зарплаты откупаться. Чтобы они в вуз не шли прятаться. Потому что сначала идут прятаться они, а потом девушки, которым скучно. Они идут прятаться. А почему все идут учиться в вузы?
Потому что как приют какой-то. Родители с радостью отдают их, потому что они полдня заняты. Понятно, ну, детский сад. Детский сегодня, сад, да? Такой. А потом они задание делают. Вот такой детский сад. И все готовы, значит, даже... Сейчас уже говорят, больше 50% и так платного образования. Больше 50%. Причем в государственных вузах. Ну вот, но заканчивается статья очень радостно. Что, похоже, эти драконовские меры и не нужны. Трамп уже не пускает программистов в Америку. Я думаю, те выборы он выбрал за счет шоферов, а эти он выбрал за счет инженеров своих, ну, и программистов. Да. Уже у меня великий парень не смог попасть, он был там, выехал и не въехать. Я аспирантом почти не въехать. А тем временем Хауэй пришел сюда. Ну да. И была информация, не знаю, сколько это верно, что он в Новосибирске сказал, я буду давать вам гугловские зарплаты, а дальше все ничего не надо. Гугловские зарплаты при наших налогах. Кому нужна за граница, кому нужно, никуда и так не денутся. Да. С одной стороны, в Америку не въехать. В Европе мало места, и там дикая конкуренция. Надо доказывать, что ты европейский специалист. Ну, тут Хауэй остальных заберет. И все будет сип-топ. И Россия победит своеобразным образом. Ну, это такой хороший финал. Хороший финал для этой части. Это, на самом деле... Половина моего вопроса. Я сейчас ответила я на него? Да.